Итак, привет, друзья. Пришла неожиданная мысль вклиниться в индустрию производства мини-обучалок для начинающих играть на губной гармошке. Даже не знаю, что это вдруг на меня нашло, но тем не менее хочу подтвердить одну свою теорию по поводу содержания и надобности всех этих видео. Посмотрим. Итак, я не буду вам рассказывать, как дуть в одну дырку, как делать бенды, что такое блюзовая гамма, аккорды и прочее. На все это есть куча уже готового материала, до качества которого мне далеко. Ролики будут очень простые. Просто разбираем какой-нибудь интересный, популярный или не очень риф. Итак, для пробы это будет Mojo Bocking Muddy Waters. Не знаю, кто автор этого, так сказать, основного заглавного рифа на гармошке. Это не соло чье-то, а это именно такой основной риф, который, в принципе, для тех, кто будет играть эту песню на джеме или с командой, можно сыграть во вступлении. Хотя можно и вместо соло заварганить, но тем не менее, значит, звучит оно примерно так. Так, гармошка для тех, кто будет пробовать играть под запись. Вот, это один квадратик, достаточно несложный, с учетом того, что первые четыре такта и вторые четыре такта повторяются. Вот, я постараюсь даже не полениться и записать табы внизу этого видео. Итак, значит, начинается этот риф с четвертого отверстия на вдох, ну или дабл стопа 4-5. Затем идет четвертая на выдох, бенд, третья, вдох. Два раза это повторяется. Затем тоника, двоечка, вдох и бенд, два на вдох. Значит, целиком фраза звучит так. Значит, когда фраза повторяется второй раз, то есть... Здесь мы играем сразу 4 выдох, 3 бенд, 2 вдох, 2 бенд на тон и 1 вдох. То есть первая строка. И дальше как бы ритмическая часть, так сказать. Она состоит из второго отверстия, бенд на втором отверстии и один на вдох. И дальше снова мы возвращаемся к первой ноте. И это уже следующие пошли 4 аккорда нашего блюзового квадрата. И эта фраза полностью повторяется. То есть она немножко идет из-за такта. Итак, от начала повторим 2 раза. Дальше мы выходим на последние 4 такта нашего квадрата, то есть когда у нас идет 5-я ступень, 4-я и потом на тёрнараунд. Значит, что там у нас звучит? Ну, собственно, стандартный ход, заезженный, как, я не знаю, и играется он следующим образом.
Значит, один вдох, два бенд на тон, один вдох. Дальше октава. На вдохе 1-4, на выдохе. Дальше те же самые ноты, только на первом отверстии. Два раза вдох, один раз выдох. Дальше третье отверстие, полутоновый бенд, тоновый бенд и второй вдох. Один вдох. Два раза бенд. На втором отверстии снова один вдох. И дальше стандартный тернараунд, то есть два вдох, три бенд на полтона. Дальше 1-4 выдох. Два вдох, два бенд, вдох. И один вдох два раза. И так медленно целиком весь риф. Все это немножко приправляется фишками блокировки языком, то есть всякие пулы и слэпы можно вместо бенда на третьем отверстии сыграть дабл стоп 3-4 и так далее. То есть можно одни. Вот. Для тех, у кого есть только гармошка в до, я повторю этот риф на гармошке в до один раз и не быстро, чтобы можно было сравнивать. Гармошка до. На этом все. Минус, подходящий под этот риф, можно найти в интернете достаточно легко. Их вагоны, и поэтому у кого какая гармошка, тот такой минус себе и подыщет, и под него поиграет, если захочет. А может кто-то просто под метроном или под топот ноги. Удачи вам в разучивании этого рифа.